Тверской области учреждена литературная премия имени Андрея Дементьева. Решение принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. О том, кто сможет претендовать на получение выплаты и какой ее размер, расскажем в нашем сюжете. Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины 20 века, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Твери и Тверской области. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи. Баллада о матери, «Лебединая верность», «Аленушка», «Отчий дом» и многих других. Поэт ушел из жизни 26 июня 2018 года. Именно в его честь в Верхневолжье и была создана новая литературная премия. Это будут очень достаточно высокие требования, и это должен быть очень высокий статус. Не просто, так сказать, найти номинанта на эту премию. Не исключаю даже, что, может быть, будут и какие-то в первое время, наверное, дополнительные сложности с тем, чтобы найти достойное произведение такой премии и такой номинации. Премия имеет международный статус. Она будет вручаться ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке. Популяризация и русского языка, и нашей территории, ну и, собственно говоря, вот этого культурного наследия, которое было создано Андреем Дмитриевичем. Принять участие в конкурсе смогут авторы, пишущие на русском языке, независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и места опубликования произведения. Жюри будет отбирать наиболее талантливые поэтические произведения, получившие общественное признание и представляющие ценность для российской культуры. Размер премии в номинации «Молодой поэт» составит 300 тысяч рублей, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» – 700 тысяч рублей. Первый конкурс на получение престижной награды планируется провести уже в следующем году.